Итак, всем привет! Вот я в Куркино, на Юровской улице. Вот там Сытая утка ресторан в жилом доме. Да, вот ее там. Это в сторону Химок и Новокуркинского шоссе Юровской улицы. Это в сторону Юрова там. Вот там в сторону Юрова. Так, вот я тут такое уже года два или три такое заброшенное здание. Вроде тут пишут, что будет ТРЦ «Страна», но вот там висит табличка, что там просто ремонт здания КБО. Вот сейчас я поближе так подойду. Да. Там вот парковка. Да, ремонт здания КБО тут. Тут вот все, короче. Капитальный ремонт здания КБО. Начало 4 октября 2017, а закончит 30 сентября 2018. Но на самом деле все это, конечно, длится дольше уже. Уже начали года два назад это. Да, это Куркино, северо-западный округ Москвы. Тут еще районы, кроме Куркино, Митино, Северная Тушино, Южная Тушино, Покровская, Стрешнево, Хорошово-Мневники, Щукино и Строгино. 8 районов тут находится, но Куркино и Митино находится за МКАДом, а все остальное внутри МКАДа. Да, в общем-то, я просто хотел снять эту стройку, но я надеюсь, что, конечно, закончит, потому что, ну, уже это долго длится, такое как заброшенное здание. Вообще, его даже никто не делает. Ну, в принципе, сейчас вообще выходные, праздничные дни, День защитника Отечества вчера был. Сегодня суббота, завтра последний выходной день. Так. Да, конечно, такой. Это еще есть в Ховрино. Ховринская заброшенная больница. Ее вообще там не достроили в 1986 году. Но она уже так больше 30 лет стоит. Там даже Грачевский парк, какая-то усадьба. Там вообще опасно гулять. Это, конечно, тоже. Буду надеяться, что это все закончится. Там вот пересечение Соколово-Мещерской улицей. Да. Нижний лабиринт вот. Тут находится звездочка. Ну, Куркино, в принципе, такие одни новостройки. Дома 2000-х годов постройки. Тут я старая, тут только одна пятиэтажка. Я ее снимал, когда снимал в парк Дубрава Куркино. Да, вот это все, конечно, такое. Там парковка. В общем, буду надеяться, что это завершат рано или поздно. Конечно, все у нас завершается позже обычного. Там в Химках тоже много таких торговых центров, тоже заброшенных, приостановленных, которые там долгострой, которые там строят, а потом бросают строй, потом в итоге достраивают. В общем, надеюсь, что вот это вот завершат. Потому что выглядит это, конечно, сейчас ужасно. В общем, удачи всем. Да, чтобы из этого здания получилось то, что тут было раньше. Они его обновят. Ну вот я снял обзор стройки. Строительство здания на Юровской улице. Вот тут. Прямо против ресторана «Сытая утка». Тут жить, но это смотреть в этом доме, конечно, это... Да. Не очень. Ну, так что всем пока.